Всемирный день поэзии был учрежден в 1999 году на 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Таким образом, участники встречи предложили увековечить наследие поэтов, чтобы расширить кругозор людей в области литературы и вдохновить молодые таланты на изучение поэзии. Творчество отечественных поэтов большинство из нас знает еще со школы. Даже спустя десятилетия популярные строки остаются в памяти. Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая дровинцев воск. Не знаю, забыла, давно это было. Крошка сын к отцу пришел. И спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Хорошо. Скажи-ка, дядя. Недаром, Москва спалена, пожаром. Зима недаром длится. Пришла ее пора, весна в окно стучится и гонится двора. Жди меня. Я дождусь, только очень жди. Жди, когда наводит грусть серые дожди. Ежегодно в этот день в учреждениях культуры, образования и творчества проходят тематические мероприятия и выставки, посвященные творчеству поэтов разных стран и поколений. Ознакомиться с творчеством русских поэтов можно в Центральной библиотеке Великого Устюга. В Центральной библиотеке открыта выставка «5000 любимых строк», где каждый желающий может подобрать для себя необходимую книгу, стихотворение, которое понравится. Также в этом году в Центральной библиотеке проводится акция «Читаем вместе». Эта акция направлена прежде всего на прочтение стихов и на пробуждение интереса у наших читателей к поэзии, к нашим поэтам вологодским и великоустюгским, и, конечно же, к поэтам российским. Изливать свои чувства в стихотворной форме, запечатлеть в рифме свое мироощущение, мечтать о будущем и вспоминать прошлое, одновременно обращаясь к миллионам и оставаясь при этом наедине с собой, на это способна только поэзия, одно из величайших искусств, созданных человеком. Степан Крижановский, Антон Карев, телеканал «Русский Север».